Сургутский музыкально-драматический театр 12 февраля премьеры открывает 21 сезон. Театр актера и куклы Петрушка уже порадовал юных зрителей. Юбилейный 30-й творческий год открыли в прошедшие выходные. Музеи города приглашают гостей на личную встречу с искусством. Исторический парк «Россия. Моя история» возобновил свою работу. В период ограничений учреждения культуры города подготовили множество интересных проектов. О них рассказала во время онлайн-общения с жителями, исполняющая обязанности главы Сургута, Анна Тамазова. Она попросила не забывать о действующих ограничительных мерах. От организаторов требуется создать безопасные условия для посетителей и следить, чтобы их число не превышало установленных максимальных значений. Это, напомню, 50% от общей вместимости залов. Гостей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также в администрации города решают вопрос о проведении массовых мероприятий, которые уже стали традиционными для сургутян. Например, Мангазейский ход. Пока его планируют организовать в июне в парке Засаймы. Традиционно, конечно, мы проекты готовим, и уже запланированы выставка доспеха, военного снаряжения, ремесленная улица, кузницы, стойбище, ярмарки, ну, много других событий. То есть проект программы есть. Ждем все-таки тех условий, которые, еще раз подчеркну, санитарно-эпидемиологических будут на тот период в Югре, в городе приняты.